Так, теперь, чтобы нам полноценно спеть, я очень прошу вас прорепетировать вместе с нами сначала мужской пол, если вы позволите. Попробуем, попрошу мужчин спеть вместе с нами. Хором, громко. 3, 4. Что нам делать с пьяным матросом? Что нам делать с пьяным матросом? Что нам делать с пьяным матросом? Господи, спаси! Прекрасно. Спасибо. Просто берет за душу. Так, теперь, девушки, я прошу вас с не меньшим убеждением. 3, 4. Что нам делать с пьяным матросом? Что нам делать с пьяным матросом? Что нам делать с пьяным матросом? Господи, спаси! Прекрасно, прекрасно. Чувствуется какой-то оптимизм у вас.